Добрый день! Давайте применим к фото 3D-эффект. И причем сделаем это моментально, тогда как у других на это уходят часы. Переходим на правую панель, где слои. Подводим вот где фон выделенный. Кликаем левой кнопкой мыши. Держим ее. И ведем сюда вниз квадратику, где создать новый слой. Отпускаем. Вот получился фон копия. Переходим на этот фон копия, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем параметры наложения, где каналы, убираем галочку, вот R, и все, окей. Теперь переходим в левую панель инструментов, берем инструмент перемещения, переходим на фотографию. Жмем левую кнопку мыши и чуть сдвигаем ее. Вот смотрите. Видите, вот сдвинули. Все, теперь даже это фото можно немножко обрезать. Обрезаем, выделяем сначала. И жмем Enter. Раз, все, обрезали. Теперь эти слои можно объединить. Идем на фон. Кликаем правой кнопкой мыши. Объединить видимые. Вот объединили. Можно и так сохранить, а можно поиграться со цветом. Идем в изображение. Кликаем. Открывается окно. Коррекция. Выбираем цветовой тон, насыщенность. И вот здесь мы уже можем, передвигая ползунки, можем корректировать, как нам будет интересно. Вот так. Вот так. Или вот так. Видите, прям фотография играет. Если одеть 3D-очки, то, наверное, будет очень красиво. Теперь сохраняем. Идем вверх, файл. Сохранить как? Высвечивается машина Honda. Тип файлов. Оставляем формат JPEG. Сохранить. Я на рабочем столе сохраню. Вы можете где угодно ее сохранить. Качество 12, окей. Все, теперь можно закрывать. Переходим и смотрим, что у нас получилось. Вот такое 3D-фото. Очень быстро и красиво. Надеюсь, кому-то пригодится. До следующих уроков. Всего хорошего.